Владимир Владимирович подписал еще один очень умный и очень важный для страны закон. Теперь на территории России нельзя продавать телефоны и другие технически сложные для Владимира Владимировича товары, если на них не установлено российское программное обеспечение. Вот закон очень правильный и своевременный. Только странное, что в этот список сложных иностранных товаров не вошли Мерседесы Владимира Владимировича. Их бортовые компьютеры тоже должны быть оснащены российскими программами. Правда, неизвестно, насколько далеко Владимир Владимирович на них уехал бы. Но это не проблема. На днях он открыл первый маршрут московских центральных диаметров. И может ездить на метро по своей персональной ветке без всякого западного софта. Вот пора и Трампу бы взять пример с прогрессивного государственного деятеля. И запретите продавать на территории США не знаю что. Потому что все вроде бы имеется свое. А требовать, чтобы программы стояли американские, тоже бессмысленно. Они и так американские. Вот до чего же уныл и скован в движениях Трамп по сравнению с нашим лидером. Не запретить чего-нибудь эдакого, не разрешить. Политический импотент. Неудачник, лузер. Ну и страна ему, бедняге, досталась скучная.